Приветствую вас, собственно, я думаю, что поддержу коллегу в его ответе вам, по крайней мере, в общих чертах. Что касается изменений, любых как стать другой, то здесь сразу вас уж не знаю, расстрою или обрадую, но любые изменения, если они происходят не по желанию, а потому что так якобы надо, любые изменения обречены на провал, потому что они не будут идти от вашего сердца. Мне кажется, что именно по той причине, вероятно, что вы требуете от себя помогать больше, чем, например, вам хочется, именно по причине того, что вы требуете от себя вообще какой-то помощи, в принципе. А мне кажется, вот в какой-то степени именно поэтому может быть такая история, что помогать вам никому не хочется. Вот, ведь в общем и целом ситуация-то здесь такая, что все, ну, все по желанию происходит, как бы, вот. То есть, если человек хочет помогать, он помогает, если человек не хочет помогать, он не помогает. И вполне вероятно, что вы не помогаете, потому что боитесь отношений, каких-то отношений вы боитесь, потому что, может быть, есть, например, ну, допустим, есть чувство долга у вас, то есть, вот, что если я буду помогать, да, то, соответственно, у меня будет какое-то чувство долга, и я буду не свободна, вот. Может быть, вы не уделяете внимания вообще тому, что вы реально можете сделать для человека. То есть я имею в виду, что ведь помощь — это же совершенно не обязательно, как мне кажется, что-то вот, ну, такое. Материальная помощь, она, в принципе, разная бывает, и, ну, в данном случае ваша помощь может проявляться в каких-то словах, в действиях и так далее. Вот. Да, я должен согласиться, опять же, к сожалению, не знаю, или к счастью, должен согласиться с коллегой. Кудряшовым Игорем Леонидовичем в том, что у вас есть чувство вины и непринятие себя. Это правда. Вот это вот, это так. Вот. А можно и нужно ли с этим работать? Можно ли и нужно ли с этим что-то делать? Да, можно и нужно. Вот, но в первую очередь вам, ну, быть вот самой собой. Вот, понимаете? Это, мне кажется, в первую очередь нужно быть самой собой. Такой, какая вы есть. Вот. А если вы позволяете, условно говоря, быть собой, такой вот, какая вы есть, то появляется свобода быть разной. Да, если вы себе не позволяете быть собой, вот, то, соответственно, и разные у вас быть тоже не получится, потому что, ну, а как, если вы от себя требуете вот только каких-то конкретных действий, да, если вы
требуется от себя чего-то конкретного, вот, а не особо интересуетесь при этом, можете ли вы хотите это делать. Вот. То есть мне кажется, что, ну, вот сейчас вы пытаетесь слепо следовать тем позициям, которые вот, ну, вас вложили. Вот. Может быть, может быть, может быть. В этом есть, ну, рациональное зерно. Например, ну, в этом может быть рациональное, ну, чтобы там помогать. Ну, так вопрос больше, как мне кажется, здесь в субъективной стороне. То есть вопрос здесь больше в субъективной стороне, хочу ли я помогать. Вот, и если не хочу, то как бы, ну, извините, извините, а зачем тогда от себя требовать, вот, понимаете? Важный же момент, что если вы, например, хотите помогать, потому что, допустим, думаете, что вот не будете вы помогать, и вы останетесь одна, то есть вы боитесь одиночества, например, то это же немножечко про другое, это про страх одиночества. И получается, что вы делаете что-то для, там, условно, ну, условно, да, вы делаете что-то для кого-то, потому что, вот, там, ну, чего-то боитесь, ну, к примеру, вот. Ну, это, на мой взгляд, очень такой себе мотиватор, вот. На мой взгляд, это очень-очень-очень сомнительный мотиватор, потому что, ну, неискренним, неискренним получается очень, здесь, ну, вот, не очень искренне, мягко говоря, получается, вот, понимаете, какая штука. Поэтому мне кажется, что лучше как-то, лучше честно, лучше научиться честности, вот, лучше учиться честности и вот, собственно говоря, принять вот себя, да, потому что если вы себя не принимаете, то и, соответственно, других не принимаете тоже, вот. Что касается чувства вины, ну, здесь понятно, на мой взгляд, по крайней мере, это переизбыток вот требований, ну, в данном конкретном, мне кажется, случае, да, это вот переизбыток требований относительно, ну, вот, относительно вот, ну, ваших ценности. То есть я должна, значит, вот, ну, как-то вот свои ценности там, у меня должны быть другие, другие, вот, а вы все время с ними, как бы, ну, боретесь, вы все время с ними как-то вот вынуждены жить, при том, что, ну, вам же, может, не хотеться этого всего, вам же, может, не нравится, там, ну, условно, делать там так, как от вас требует, или может быть вы хотите делать так, как вот, ну, как вам, ну, не знаю, нравится, например, да, или может быть вам там у вас есть вот свое видение, видение какое-то, вот. Это первое. Вторая сторона, другая сторона, это сторона того, собственно, ну, а вот вы говорите, да, допустим, там, что я не хочу, к примеру, не хочу там финансовых отношений. Ну, да, ну, допустим, вот не хотите вы финансовых отношений. Вот. А с чем это связано, что вы не хотите финансовых отношений? Вот. Как бы, ну, вот, ну, с чем это связано, что вы не хотите? То есть вы боитесь, вот,
чего-то здесь вы опасаетесь, чего-то здесь, вот, или что. Это же тоже важно. Вот. Если вы, там, например, чего-то боитесь или чего-то опасаетесь, ну, там, я не знаю, условно только потому, что вы будете, ну, должны, да, или только потому, что вы будете, там, обязаны, например, человеку, допустим, ну, к примеру, вот. Ну, вас, в принципе, мне кажется, можно понять, мне кажется, вас, ну, более чем можно понять в таком случае, что вы не хотите вступать в отношения, потому что в противном случае вы просто потеряете свою свободу, пока вы там вот не зависите, да, от условного человека, пока вы не приняли помощь от условного человека, вот, а, ну, так вы и независимы, вот, а если вы там, например, станете зависимы, допустим, то вы не сможете там, не знаю, человеку отказать, не сможете человеку сказать нет, нет, например, потому что будете чувствовать себя нуждающимся и так далее, вот. Поэтому здесь не все так однозначно, на мой взгляд, здесь не все так строго, на мой взгляд. Знаете, в чем штука-то. Вот. А, понятно, что есть некоторая спорность. Вот, некоторая спорность присутствует, да. Это правда. Некоторая спорность есть. Но это моральная сторона вопроса. А психологическая ваша сторона вопроса, мне кажется, заключается, ну, вот, немножко в другом, да? Вот, психологическая сторона вопроса, мне кажется, заключается в том, что вам хочется свободы, и что вы видите для себя, ну, вот, по сути, единственный способ, да, единственный способ свободы — это вот не вступать ни с кем в отношения, потому что в противном случае вы не будете иметь возможности, там, не знаю, сказать нет, например, человеку, да, ну, допустим, как вариант, вот. Ну, я не думаю, что это, опять же, про свободу, вот. То есть тут, на мой взгляд, достаточно много нюансов есть, на мой взгляд, опять же, вот, я бы сказал. То есть мне кажется, что здесь больше есть возможности для терапии, да, чем для вот какой-то такой оценки вас. Вот. Здесь больше возможностей для исследования себя, ваших реакций, чем для обесценивания, например, вас, опять же. Вот. Поэтому я думаю, что никто не знает, как мне кажется, никто не знает, как вы будете поступать, например, если вы будете чувствовать себя свободно или если вы не будете себя винить. Вот. Мне кажется, никто не сможет вот на этот вопрос ответить. И даже вы не можете на этот вопрос ответить сейчас.
потому что вы не знаете. Вот. А чувство вины – это вот некоторые такие вот требования к себе, которые у вас есть, вот, которые вполне вероятно, что себя изжили в какой-то степени, вполне вероятно, что эти требования вам не подходят, эти требования слишком, ну, невнимательны к вам, вот, и вы ушли вот в такую защиту, вот, как мне кажется, вот. И вряд ли вас можно за это, ну, как-то вот винить, и вряд ли можно вас за это, значит, ну, как бы называть вот как-то вот, ну, каким-то такими, ну, образно говоря, плохими словами, да, ну, вот, там типа эгоист и так далее, вот. Поэтому смотрите, какая ситуация получается. Если вы хотите разобраться в себе, это поможет. Разобраться в себе поможет. Вот. Но вы не станете меньше эгоисткой. Вполне вероятно, что вы станете больше эгоисткой. Вот, и мне кажется, опять же, что это скорее хорошо, потому что это путь к счастью, вот. А главное, чтобы это было естественно. Главное, чтобы вы могли оставаться собой в этой истории. Вот, и поэтому вам нужно, как мне кажется, задать себе такой вопрос, всегда ли я, когда не хочу, например, значит, ну, что-то делать, да? Скажем, для своих близких людей. Вот, всегда ли я в этот момент являюсь собой? А вот, мне кажется, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что если выяснится, что не всегда, что не всегда вы вот можете быть собой, да, к примеру. Ну вот не всегда. Так вот получилось, например. То это уже вопрос. Про, как мне кажется, терапию, это уже вопрос на то, чтобы вам помочь, это уже больше вопрос про помощь вам, знаете, в чем штука-то. Вот. И, соответственно, в этом направлении уже нужно двигаться. Вот. Именно в этом направлении уже нужно вам двигаться. Как мне кажется, опять же, повторю. А вот, пожалуй, такой ответ я могу вам дать сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения терапии, вот, с точки зрения, ну, ответа на, ну, на ваш,
вопрос, который вы задаете. Вот. А так вы, на мой взгляд, ну, слишком к себе категорично, что ли. Потому что, ну, не хочется вам там, я не знаю, помогать, да, к примеру, не хочется помогать вам. Ну, так и что, как бы, вы себя как, заставлять планировать, или что? То есть, ну, вот, чего делать-то, в общем, в таком случае, вот. То есть это, мне кажется, вот такой очень важный момент, вот, на который вам нужно ответить себе. Вот это вот такой момент, которому ну, важно прислушаться. Потому что если не прислушаетесь к себе, то и так будет плохо. То есть будет плохо, если будет помогать, или будет плохо, если не будет помогать. Вот там все плюс-минус, ну, плюс-минус одно и то же, на самом деле. Вот. Если понимаете, конечно, что я имею в виду здесь. Вот. Поэтому вот как-то так я бы вам ответил здесь вот. То есть, ну, такой бы вот ответ я вам дал здесь. А дальше уже я думаю, что, ну, дальше, я думаю, вы могли бы в целом, ну, вот, в принципе, разобраться самостоятельно. Ну, вот. Ну, мне так, опять же, кажется. Вот, с точки зрения, ну, с точки зрения психологии тоже. Ну, вот. Какой-то вот, наверное, такой ответ я бы вам дал, вот, какой-то вот такой ответ. Если вы вот прям хотите, значит, там, делать что-то для, ну, для других людей, да, если вы прям вот хотите, не знаю, помогать другим людям, ну, то есть, что значит помогать другим людям, да, то есть, опять же, как бы определимся немножко с, ну, вот, с терминами. Вот. Если вы хотите быть меньше эгоисткой, вот, как вы говорите, то если вы хотите быть меньше эгоисткой, то, ну, нужно, наверное, нужно, чтобы это было как-то естественно, вот максимально, ну, максимально свободно для вас, вот, а не, ну, а не так, что, вот, что я вот просто буду, значит, не знаю, что я буду просто все для всех делать и все. То есть, ну, это, как мне кажется, несколько позиция такая вот она, ну, обесценивающая. Я бы сказал, ну, вас обесцениваешь, ну, вот, как-то вот так, наверное, я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете.
Мне очень жаль, да, вот то, что я вам могу точно сказать. Мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. Мне очень жаль, что вам приходится, там, ну, грубо говоря, приходится вот так вот себя, значит, позиционировать, да. И мне очень жаль, что вам приходится бороться с собой, ну, вот с собой. Но если вы будете себя пытаться заставлять измениться, то поверьте, ничего хорошего из этого не получится. От слова совсем. Вот. Ну просто потому что ни у кого не получалось меняться. Только потому что человек этого, ну, человек взял этого захотел. Ни у кого. Ни у кого не получалось, не получалось меняться. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на ваш. Вот. На этом все, пожалуй. Я думаю, на этом мы закончим. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Вот. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Вот. Удачи. Хочу пожелать вам успехов вот в, ну вот, в поиске себя, и хотел бы вам порекомендовать, наверное, ну вот, психотерапию, вот, потому что без этого вам, наверное, не получится решить ваши трудности. Вот. А мы, психологи, будем рады вам помочь в меру наших сил. Повторюсь, не менять вас. Ни в коем случае вас не менять. Насильно, только потому, что вы считаете, что вот, нужно быть другой. Вот. Нет, 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 и еще раз нет. Нет. Только вот меняться именно вот в плане, чтобы лучше себя слышать. Вот, чтобы, ну, чтобы лучше себя понимать. Это да. А в плане насилия над собой нет. Вам психологи в этом не помогут. Удачи вам, всего самого доброго.